В целом этот марафон мы уже откатали несколько раз. И поэтому в этот раз, с 13 мая, я решила сделать апгрейд, запустить марафон немножко в новом формате. Ну, суть остается та же, да, 10 тысяч рублей за 3 дня, но мы увеличим количество денег, заработанных вами. Я вам подробно расскажу, как прописать свои цели, как поработать со своим мышлением так, чтобы вы были готовы не просто, да, там заработать 10 тысяч рублей, а сразу на миллион. И все это будет тоже за 3 дня. То есть план марафона таков, что первые 3 дня этого марафона будут доступны абсолютно всем. Даже если вы не агент, не клиент, вы просто гость в этом чате, вы сможете зайти на наш марафон, пройти первые 3 дня. План марафона я более подробно скину, ну, скорее всего, наверное, к понедельнику, когда я его до конца доделаю, потому что сейчас он еще доделывается. Но в целом будет круто. То есть первые 2 дня прям вообще для всех доступны. Третий день, скорее всего, будет еще раз презентация, да, для тех, кто еще там не принял решение, не до конца понял, как здесь все зарабатывается. А дальше первый поток, вот этот новый, который мы сейчас будем делать, он будет в режиме онлайн. Сразу же после этого марафона, как только вы его проходите, принимаете решение, что вы хотите быть в нашей команде, мы вас запускаем в обучение новичка. Там прям за ручку доведем вас до результата. И этот марафон, он будет полезен тем, кто уже агенты, но где-то там застрял, в чем-то сомневается, да, еще не до конца понял, зачем он сюда пришел. Подробненько я разложу в вашей голове все эти цифры в эти ближайшие там, да, 3 дня, которые будут на следующей неделе. Это 13, 15 и 17 мая. Всех жду на нашем марафоне, и агентов, и тех, кто еще там думает, гостей, клиентов. В общем, он для всех. И, как всегда, бесплатный, потому что в нашей команде мы не берем денег за обучение. Мы вам платим за вход, платим за обучение, даем крутейший марафон, и все это бесплатно, да? Поэтому пользуйтесь, пока есть такая возможность. Дальше уже посмотрим, да, первый поток как пройдет, мы, как всегда, тестируем. А во втором потоке уже будет понятно, да, в каком направлении нам дальше работать.